нифига, контейнер сдуло. Огромная пробка, движение на выезд из города перекрыто. Так началось утро в Барнауле. Еще одна фура сегодня перекрыла движение на трассе Бийск-Барнаул в районе Плешково. Из-за метели и нулевой видимости в регионе 6 автомобильных дорог оказались просто парализованы. Двое мужчин из села Чарышское даже решили в такую погоду отправиться в путь на мотоблоке. Ветер на мотоблоке. Не смогли двигаться. Все, ветер такой силы, что он просто ехать не может. Развернулся спиной. На улице Георгия Исакова дерево оборвало электропровода. На Антона Петрова кусок кровли упал на припаркованный автомобиль. На Сизова снесло крышу частного дома. Крышу унесло и на здании на площади Победы. Пострадало 3 машины. В это время в Барнауле даже обнаружили всадника апокалипсиса. Это видео также появилось в соцсетях. Синоптики предупреждают, что и завтра не стоит расслабляться. В крае прогнозируют снег с дождем, гололедицу, ветер, местами туман. В МЧС рекомендуют воздержаться от дальних поездок и прогулок. А в случае ЧС обращаться по телефону 101. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.